Извините, двери закрываются. Двери стоят, двери не закрываем. А, ясно, я понял. Двери нельзя закрывать, Максим. Да ладно. И желательно там посидеть. Хорошо. Ребят, ну имейте совесть. Хорош. Коробка автомат. Управление. Монитор. Люк. Можно вылезти. Рация. Видимо, скорее всего, и пульт управления. Да, интересно. Петли только. Кстати, только раз и два почему-то петля. Но зато какие мощные. Сантиметровый металл, да? Беспилотник управления. То есть, когда он подлетает у нас ближе к дому, мы ему создаем координаты, по каким он должен здійснити посадку. И Винце все здійснює в автоматичному режимі. Але бувають випадки, коли приходиться просто вручну відкривати парашют. Он розслідується парашют или как? Да, у него есть вот такой отсек. Видите, вот стропы. Такая лопатка. Там находится лопатка, какая выбрасывает чехол с парашютом. Он открывается, 4-метровый такой купол. И 2 метра в секунду спускается на А военные туда уже дальше нас не пускают, на кораблике. Видимо, устав им запрещает. Или коронавирус.